Не чувствую я никакой особенной тоски, когда кто обстреляет друг Рублевское шоссе. За дело, значит, нарвались хапуги и менты. И очень правильно теперь их кто-то покарал, когда взрывается в Кремле на празднике снаряд. Мне хоть и жалко, но порой так сложно радость скрыть, ведь наплевать на все подряд здесь 100 десятков лет. Глумятся громко над людьми хозяин. Но сердце радостно поет, возмездие час настал. Не думаю, что лишь за час все можно изменить. Медитативно по чуть-чуть выдавливать раба. За 2 недели не успеет порядок навести. Придется, видно, потерпеть нам годик или два. Хотя, казалось бы, зачем? С коррупцией в стране всегда мне хочется сполна ответить подлецу. Скакал ты, сука, на коне по нашим по костям, ходил в опасном пиджаке, по телеку пиздил, а деньги пиздил и счета на Кипре открывал. Теперь сочувствие к себе у населения ждешь, у тех, кого ты был не прочь. Недавно наебать нашелся хищник поважней, и тварь сожрала тварь. Да стоит ли вся эта мразь слезинки хоть одной? Но если Бога в мире нет, о чем тут говорить? Останется вождей у загнанной страны, ее поделят между собой Китай и США. Все по кусочкам разнесут, что строили деды. Так отпустите ж поскорее ублюдков из тюрьмы. Хоть в жопу садят, но свои, таков менталитет. Пускай ебут они людей, граните ж на замке. Боюсь я только, что тогда решением задач явиться может полный спад.
Не чувствую я никакой особенной тоски, когда кто обстреляет вдруг Рублевское шоссе. За дело, значит, нарвались хапуги и менты. И очень правильно теперь и кто-то